Значит, друзья, нарисую вам схему и объясню. Дальше уже, когда буду показывать вам, на этом, почему именно так мы делаем. То есть у нас есть скат, у нас стоит там капельник, да? Вот, у нас стоит желоб сейчас, там с лотком, с отгибкой, да? Это не важно. Что вы должны сделать? Вы должны поставить уровень. Мы сейчас, я вам это покажу на видео. Поставить уровень, то есть поймать горизонт. Вот, то есть если на уровне, у вас пузыречек посередине, да, находится. А вот. Мы здесь будем соединять на картины дальше, после желоба, на, через рейку. Вот я отдельно потом покажу где-нибудь на другом стенде, как делается подводка в двойной фальц уже. Вот. Здесь мы будем показывать на рейку. Вот. Получается, что у нас, я там уже замерял, у нас выходит 22 сантиметра от желоба до метки перелива. Что это значит, метка, ну, уровень перелива? Когда у вас будет ну, снег, да, лежать, потом это будет все таять. Вот. Чтобы, если вы сделаете здесь ниже, подводку картин ниже, то велика вероятность, что вода будет пытаться попасть сюда. Ну, то есть капиллярный эффект или подсос воды может быть. Вот. Поэтому от точки перелива подводка у нас должна быть картин, то есть расстояние от подводки до перелива минимальное, я бы сказал, минимальное 50 миллиметров. Вот. Но чем выше вы сделаете, тем лучше. Но минимальный 50 миллиметров. Вот. И дальше уже с водным фальцем вы сейчас все увидите. Вот. Единственный момент, но этот момент я вам уже потом в следующей серии или в этой серии скажу, что почему именно отворот, когда мы сейчас будем делать желоб, да, перемен желоба, у нас сюда пойдет слишком много металла. Обычно там, ну, 6 берется, да, бендером прокатывается, и все. Здесь пойдет больше. Значит, смотрите. Мы сделали уже вот этот вот, скажем, пол лотка. Теперь нам надо на эти пол лотка сделать желоб, да? У нас в нашем случае здесь фронтон, он небольшой. Вот, но он может быть, естественно, желоб может быть и 5, и 6, и 10 метров быть, да? Вот, поэтому... Какой длины у вас получится, мы не знаем. Вот. На доске я объяснял по поводу уровня перелива. Да? Вы берете уровень, ставите на костыль или на желоб и смотрите, где у вас будет уровень перелива. Нашли уровень. Пузырек. Вот. Еще раз. Сюда. Вот. Оставили метку. Это уровень перелива. То есть, если здесь будет стоять какой-то сугроб, вот, и если вода, допустим, наполняется и выше этой метки, да, у горизонта, то есть она должна, по сути, переливаться за желоб. Вот. Если вы сделаете здесь подводку картин или ниже подводку картин, то вода у вас в этот перелив, естественно, пойдет. Поэтому от точки перелива нам надо сделать плюс, ну, мы сделаем, наверное, плюс 10 сантиметров. Вот. И плюс у нас будет стоять планка. Вот. Ну, еще плюс планка сама 8. Фальц завернется. Вот. Где-то еще пускай будет 11. В итоге у нас кусок получается
42, подъем 10, подъем 11, вернее, и сюда 6. И длина у нас получается, с запасом 68, записали 68, это чистый размер, плюс нам надо поднять, естественно, сюда ухо сантиметров 13, плюс 13 сантиметров. Вот. Здесь мы запас взяли на фальц, потом вы берете угломер, приставляете к желобу и выставляете по фронтону, если у вас тут фронтон. Вот. В другом случае, если у вас нет угломера, да, вы можете взять, допустим, угольник, приложить его к краю. Здесь у вас заподлицо с фронтоном. Отмерить, допустим, 30 сантиметров, сделать линию и замерить, сколько у вас уклон примерно. Здесь 22 миллиметра. Вот. И пойдемте, сейчас мы заготовим металл и потом уже покажем, как все гнется. Все. Так. Буду показывать все так, потому что, ну, по-другому и вам не видно будет, да? Конечно, хотелось бы сверху все показывать, и, ну, пока так. Но я думаю, будет понятно. Значит, что мы делаем? У нас, как мы знаем, здесь полка 5,5. Вот, но мы запасом, опять же, возьмем 6 сантиметров. Это у нас линия загиба сюда, да? Линия загиба. 6 сантиметров. У нас линеечка. Мы отрисовываем. Все рисуйте с той стороны, где у вас, ну, лицевая часть. Вам так будет понятнее. А вот. Далее мы смотрим подъем нашего. У нас получается где-то 11 сантиметров. Это подъем. То есть от 6 сантиметров берем еще 11, ну, может быть 11, может 10,5, все равно загибать будем по месту. Вот, нет. И здесь 11 берем. Также отрисовали. Отрисовали. Далее, насколько... так, где у нас этот уголок? О чем я и говорил, да? То есть вот уголок, мы ставим его к желобу. 30 сантиметров, у нас 22 миллиметра. То есть мы ставим, отрисовываем 13 сантиметров, как я говорил, подъем на ухо, да? 13. Это у нас ровный. 90 градусов. Отрисовываем. И от этой метки, то есть мы можем так для себя отрисовать. А дальше всю линию. 13 сантиметров. Отрисуем. Ну, конечно же, так чисто, чтобы для нас визуально было. Но гнуть по ней не будем. То есть от нее мы берем, от этой метки получается, да? Ставим вот угол на 90 градусов, как у нас идет. Находим метку 30 сантиметров.
от нее, от этой метки у нас тут, смотрим, 22 миллиметра. 22 миллиметра. И эту точку мы здесь соединяем. Вот. У нас тут все равно от лопуха идет здесь, ну как бы, на сужение на фальц. Мы потом лишнее все отрежем. Далее. У нас тут угол 90. Нет, не 90. Чуть-чуть. Есть немножечко, да? Поэтому замеряем малочкой. Тоже угла гиба. Смотрим. Вот. И делим. Вот у нас эта линия получается. Мы рисуем эту линию. Так. Линия изгиба. Линия изгиба, линия изгиба. Отсюда идет. Отсюда. Есть. Есть момент. Проверяем. У нас склад. Все, все лежит. Вот потом угол делим пополам. То есть находим бисектрису, ставим линию по той линии, которую мы нарисовали только что. Делаем засечку здесь. Ставим на эту линию. Ставим засечку здесь. Вот у нас перекрестие бисектрисы. И от этой точки, к этой точке мы соединяем. Все. Теперь осталось только это все загнуть. Вот. Но загибаем, только делаем, формируем ухо здесь. Вот, который пойдет по фронтону, и загибаем по этой линии. Все остальные линии будем гнуть по месту. В следующей серии я еще расскажу, когда будет длинный желоб. Вы спросите, почему не весь, нельзя прокатать сразу все. Можно прокатать сразу все эти гибы, сразу сделать все. Вот. Но бывают такие случаи, нюансы, когда металл подпрыгивает, допустим, да? Вот, на какие-то миллиметры. И если у вас уже этот гиб есть, и у вас желоб, который вы сразу откатали, подпрыгнул хотя бы на, ну, на пол сантиметра, то вам либо надо будет перегибать это все, что, конечно же, линия перегиба-то останется, визуально будет видно. Вот. Либо этот, пытаться его наклонить, чтобы потом здесь зацепить. Вот. Это чисто... Ну, эстетика. Лучше это сделать потом. На длинных желобах вы просто не доматываете. То есть вы гнете все, площадь, но в местах, где у вас подход к лотку идет, где, допустим, разуклонка по скату, вот, везде вы просто не доводите сантиметров, ну, 60. То есть оставляете чистым размер. Вот и все. Сейчас пойдем гнуть. Так, и вот. И вот наша... деталь. Мы сейчас пробьем линию бисектрисы, вот, потом линию заворота, вот, и эту линию, и все. Сделаю это здесь рау-пэком. Подогнем здесь. Так, и у нас, если видно, у нас конверт пойдет в эту сторону. То есть он завернется вот сюда. Вот. Но это мы сделаем, наверное, потом. Да? И сюда еще. Так, он пойдет туда. Да. Еще здесь. Одну линию сейчас мы сделаем.
Сейчас загибаем. Я не знаю, видно было, не видно было. Но мы его согнули. То есть у нас вот подъем получается. Вот, и мы сейчас пойдем ее на месте уже поставим. Так, и вот наш элемент. Сейчас мы его будем сюда ставить на место. Вот. То есть у нас надо, получается, догнуть до 90 градусов. Здесь. Вот. Здесь свести, поставить, смотреть. Это ухо можно пока немножечко выгнуть, чтобы она нам не мешала. Вот. Ставим на место, чтобы она стояла у нас там, где должна. Здесь смотрим. Здесь смотрим. Чуть-чуть подогнуть. Ага. Прижимаем. Прижали. Смотрим, чтобы у нас совпадали все метки. Совпадает. Вот так у меня. Нет, мне еще надо ниже. Как-то вот так вот надо у меня. Чуть к тебе, наверное, да? У тебя тут что? Сюда. Сюда. Мне. Туда. Давай. Так, надо прищепку взять. Прищепку. А вот у меня здесь она есть. Есть, 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 есть. Если она уходит. Уходит. Здесь смотрим. Надо чуть-чуть к тебе. Вот так вот. Вот так вот. Теперь надо взять саморез. И по краю пока зафиксировать. Угу. Хотя вот там один, чтобы он уже не шевелился. Все, стоит на месте. Здесь смотрим, здесь подержите. Возьми пусточку, палец поставь, а я как раз в этот момент здесь сформирую правильный конверт. Так, лагуцы здесь есть. Так, ага. Здесь чуть-чуть так. И в этот момент мы возьмем сейчас гибарики. И этот лопух вернем сюда. В это место. Все. Есть, есть. Есть. Потом мы это все обсучим, ну, снимем, обсучим и поставим на место. Далее, что мы делаем? У нас, наверное, камеру переставить. Так, и вот с этой стороны уже видно, что я здесь еще вот прищепку поставил. Вот. А теперь нам что надо сделать? Нам надо отрисовать линию, где у нас будет фальц находиться. То есть нам надо обязательно, чтобы горизонт вот этого фальца и с той стороны фальца были в одной плоскости, чтобы не было ни одна выше, там, а другая ниже, в одной плоскости. Рисуем. Вот, снимаем и этот, добавляем, естественно, сюда где-то 9 миллиметров, да? Так, ребят, как я сказал, что вот у нас мы пририсовали по месту наш вот этот вот фалец.
к этому фальцу мы прибавляем, грубо говоря, еще сантиметр, 9 там миллиметров, сантиметр, это грубо уже здесь беру, и это все отрезаем. Начинаю показывать срезку. То есть я срезаю по этой линии. Сначала очень грубо, на радиусах, может быть, я радиусными ножницами поправлю. У нас получается, что линия перегиба нарисована, да? Вот она, линия перегиба. Я здесь меточку поставлю на другой стороне. То есть у нас здесь будет перегиб. Вот. Фальцуется у нас вот только, видите, как до отсюда. Вот. И здесь я это место, первый фальчик я просто убираю, ослабляю. Таким образом. Все, ослабили. Теперь берем маленькие хапы. Так, изначально забыл сделать что? Ставить на место. Поставить, где она стояла, да, и отметить, где у нас кончается, то есть тоже, где у нас она будет ослабить потом в этом месте. Ставлю его на место, где он стоял, и приблизительно рисую эту метку. Здесь я, получается, меточку нарисовал. Я здесь просто тоже первый фальц срезаю. Все. Теперь что мы делаем теперь? Чтобы не делать на месте это все, можно же как? Можно поставить на место все это, зафиксировать и сфальцевать это все уже на месте, да, и прямо здесь. Вот, но первый фальц можно сделать, немножко упростить, сделать полегче, и сразу, пока еще не стоит, загнуть его сразу. Таким образом. Сейчас покажем. Я это буду делать маленькими гибарями. Подогну. Чуть-чуть я беру выше линии, то есть выше сюда, чтобы потом металл у меня не поднялся при формировании второго фальца. Надо где-то 2 миллиметра выше линии загибать. Понятно, да? Я подгибаю, я разверну, чтобы мне просто было удобно в эту сторону, и буду дальше загибать. То есть маленькими гибарями мы проходим практически до 90 градусов. А вот потом берем безотбойничек, берем кияночку, вот, и металл не сгибаем, а тянем металл. Вот, просто не просто взяли и согнули на 90 градусов, а сгибаем, чтобы вот прямо вот по этой линии она согнулась, вот, и металл должен тянуться. То есть я что сейчас делать и буду. Так, вот и видно.
чтобы видно было. Поставим камеру. Вот так вот. Вот удобно мне. И я его загибаю. Обязательно смотрим, чтобы не было заусенцев. Иначе металл порвется. Согнули практически на 180 градусов. Вот. Далее, что должно происходить? Секундочку. Сюда надо нанести фальцгель. Вот. Либо полиуретановый герметик, либо вот такой вот сул. Лоток это... Самое... Микрофон здесь стоял, да? Лоток это самое, этот, как его, место, где много будет воды и всего остального. Поэтому в этом месте, вот так вот если делать, здесь должен быть псул наклеенный, вот так вот. Или фальцгель, или герметик. Но мы здесь этого делать не будем. Вот. Потому что это у нас не крыша. Вот. Когда мы сделали так, наклеили сапсул или намазали уже фальцгелем, да, мы ставим элемент, вернее, даже одеваем его уже на место. Ох, знали бы вы, ребята. Как эти провода, как с камеры, как снимать, это нелегкая вообще задача. Я бы уже вот так, если бы не снимая, я бы это уже все собрал, на самом деле. Поэтому медленнее получается. Все, мы одели, нам надо еще раз зафиксировать. Как раз таки, вот, смотрите, да? Вот так, все. У нас получается стоит на месте. Мы сейчас первый фальц дожмем. И будем сейчас формировать уже второй фальц. Я сейчас хотя вам помогу. Вот, и покажу дальше уже, как второй фальц закручивать. Так, ребят, и перед тем, как вы будете формировать второй фальц, уже здесь, да, вот на этом месте, надо поставить вот сюда в угол защиту, чтобы не поцарапать. Потому что, когда мы здесь будем делать сейчас фальц, велика вероятность, что можно поцарапать и зажать зажимом, так, чтобы он вам не мешал. Зажали, все. Все стоит на месте, элемент стоит на месте. Вот. Можно формировать второй фальц. То есть мы видим с этой стороны, да, у нас есть фальц. И мы чуть-чуть ниже его. Вот. Начинаем тоже немножко подгибать. Формировать наш излом. Кто-то делает маленькими, кто-то делает шелязин, вставляет, гнет. Кто-то попугаями даже гнет. А вот эти вот места очень удобно. Но кто к чему привык, тем тот и делает. Вот. Подгибаем сильнее с каждым разом. Но не переусердствуйте. Вам в основном придется работать с отбойником. У меня на канале есть, конечно, лоток уже, но тоже только одна половинка. Вот. Но там
Я заканчиваю двойной фальц только здесь. Дальше идет одинарный. Вот. Но здесь, везде сейчас и в последнее время мы везде крутим двойной. Не знаю, не просто там то, что там, где-то что-то потекло или что еще. Нет, ничего не потекло. Вот. Просто крутим и все. Двойной. Далее. Берем. Так, кияночку. Сейчас я принесу. И дальше подставляем кияночку. Прямо здесь. Вот этот микрофон надо сдирать сейчас. Вот. Доводим вот этот фальц до 90 градусов. Можно на оправку, можно взять оправку. Где она у меня? Где-то гибарями, где-то некоторые делают, кстати, эти вещи рамочными клещами для двойного фальца, для подводки двойного фальца. Вот, то есть можно засунуть вот, и помочь провернуть. Не спешить и не этот, чтобы не порвать это место. Я потом покажу вам еще другие виды лотков, какие есть. Вот, ну, в этом случае, получается, мы делаем самый сложный. Вот. Здесь надо просто терпеливо, не спеша, вот так вот, особенно вот это место, отколачивать, вот, отбивать, тянуть металл. Берем. У меня вот такие вот усиленные есть. Клещи. Берем кусочек мембраны. Отрежу. Вот. И начинаем этими усиленными гибарями выгибать. Контролируем весь процесс. Все, мы подогнули его почти на 180 градусов. Нам осталось лишь закончить его, этот узел. Это можно убирать. Угол у нас чистый, не поцарапанный. И начинаем дорабатывать все это. Можно, конечно, рамкой. Вот, ну, за рамкой идти мне надо.
вижу. Уже здесь мы его достукиваем, коснулся он желоба. Пока на этом этапе так. Сейчас я опять помогу Артему и покажу вам уже первый нюанс по тому, что вот хорошо, что мы сразу не загнули эту линию. Так, и вот этот маленький нюанс, который хотел сказать. Почему не делать эти загибы, то есть вот этот раз, два, да? Потому что сейчас по факту у меня линия перегиба. По сути, если я бы перегнул бы здесь. И по факту она у меня получается, что она у меня, этот лоточек, сам желоб чуть ниже стал. Буквально на миллиметра 4. То есть, если бы я загнул бы сейчас вот по этой линии, у меня бы просто бы не хватило бы, у меня бы сам желоб здесь бы, он подвис бы. Вот. Поэтому такие места не возле лотка, возле ржелопа, где у вас гидрозаклон кровли, возле перелива, возле угла. Не делайте сантиметров 70 вот эти вот гибы. Оставьте их. Сделайте по месту, это не сложно. Я сейчас тут метку дам. Здесь так, здесь нормально. Здесь мне просто надо немножко будет поднять выше. Буквально 4 миллиметра. Если бы этот гиб был уже здесь, по факту, то ну было бы не очень. Если вот так вот смотреть. Никто бы, конечно, ниоткуда не увидел. Но если вы делаете на фотографию, то, конечно, лучше это сделать по месту и аккуратно. Не спеша. Так, и дальше поднимаем кияночкой. Вот видите, и у нас получается, что здесь у нас одна, один перелом. Вот. И здесь опять же у нас прессуем 2,5, то есть у нас 3 сантиметра остается видимый, и остальное на подгиб 2,5 сантиметра. Здесь то же самое. Здесь все вырезаем. Прижать чуть-чуть, 3 сантиметра. Все нарисовали. Чуть-чуть кусить. Здесь у нас потом фронтон будет зашиваться. Я здесь немножко оставил лепесток, чтобы можно было потом прихватиться за него. И уже где мои 45-е? Вот они.
и уже сжали плотненько и одной линией тоже немножко подгибаем. Постепенно, ну, постепенно все. Все, чуть-чуть подогнули. Теперь нам же нужно здесь закончить тоже загнуть. Поэтому здесь что мы делаем? Я почему говорил изначально, чтобы не заворачивать полностью, обматывать, чтобы здесь была возможность нам сейчас развернуть. Вот часть, вот, чтобы потом здесь загнуть сюда. Но чтобы загнуть здесь сначала, надо сформировать вот этот палец. Да? То есть что мы делаем? Берем гибари и гибаря немножко подваливаем. Микрофон. Подвалили и надо выкрутить саморезы, которые у нас тут сбоку стоят. Вот эти вот. Потом мы сейчас их накроем и потом уже не увидим. И уже закладываем фальц. Завалили фальц. Берем линейку, берем карандаш. Смотрим, где у нас внизу здесь линия середины. Вот она. И вот она у нас линия, получается, продолжение, где мы рисовали прямую длинную. Мы соединяем, рисуем линию отгиба. Поэтому линии отгиба прибавляем 5 сантиметров. 5 сантиметров прибавили. Берем опять линеечку. Да, кстати, не только из-за того, что здесь надо линию прямую сделать, но и для того, чтобы мы могли этот элемент полностью снять, убрать и потом готовить вторую половину. То есть мы сейчас этот элемент сделаем, поднимем и уберем в сторону. И будет, ну, это уже в следующей серии вы увидите, как эту сторону формируем. Отрисовали 5 сантиметров и отрезаем лишнее. Очень много нюансов, которые надо учитывать при этом лотке. Вот. Но все делается, как видите. Видите, он уже один цельник. Его можно просто снять. То есть вот, смотрите, вот он, я могу его снять уже с фальцованным лотком. Видите? Я сейчас
удобнее будет. Виднее. Наверное, вот так вот. Вот возьму, где они у меня. Большие хапы. Большие хапы. Где они у меня? Вот. И начну поднимать эти 5 сантиметров. Есть один небольшой вот тут вот нюанс. Когда вы гнете это место, где у вас завален фальц. Чуть-чуть перевернуть вот так вот. Где у вас завален фальц, да? Микрофон уже. Вот. Вам надо это сделать несколько подходов. То есть мы сейчас обвернем немножечко. Вот. И значит, мы за линию, которую нарисовали, где-то берем миллиметра два за линию. Вот сюда, в сторону лотка. И немножко подгибаем. Подогнули немножко на 2 миллиметра, уже на линию подвинули. Еще раз. То есть вы этим, если вы сразу сделаете по линии, вы это место, ну, в будущем, особенно это касается там, алюминия или титан-цинка, вот, вы это место просто сломаете. Даже есть специальные такие хапы, у них вот здесь вот напаяна такая круглая фигня, короче, вот, и что дает этим местам загибаться более округленно, скажем так. То же самое, раз, и постепенно мы его поднимаем. Так, остались лишние, скажем так, запчасти, вещи, эти, которые мы сразу не убрали, ослабление. Все, то есть один элемент, по сути, что-то я срежу ровненько, пока. Наш, по сути, элемент готов полностью. Вот. Чтобы, да, почему мы будем его снимать? Почему сразу не сфальцевать, эти бока не зажать и не зафальцевать, да? Потому что, чтобы делать следующие, получается, половину желоба садком, вам вот этот фальц надо будет полностью заложить сюда. Ну, и он просто, ну, тупо мешает. Поэтому лучше элемент, неважно какой длины желоб, маленький, большой, взять потом, снять и отодвинуть в сторону. Понимаете? И заниматься этой половиной. Вот. И в следующей части вы все увидите, как это будет собираться уже та половина, как делается узел возле яндовой, то есть сопряжение желоба надстенного и яндовы, это узел. Это уже в следующей серии. Все, всем пока, всем до свидания.